Короче, всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем играть в эту игру. Я, короче, уже записывал, но у меня связь, запись бросилась, и я уже дошел до Чайнатауна. Так что извините меня, если это все из-за планшета сраного. Потому что вырубается автоматически. Так, уже можно забирать. Так, сегодня мы будем в Чайнатауне. И появятся эти мутанты. Я уже поиграл и записывал, но у меня сбросилось из-за этого гребаного выключенного планшета. А я даже не нажимал на выключение. Короче, очень странно. У меня 402p, давайте, погнали. Погнали. И да, я прокачал. Что я прокачал? Забыл уже сам, что прокачал. Ну и ладно. Ты так. Ай! Ух, не прокололись. Слава богу. Так, поехали. Везде брошенные машины. Зомби-апокалипсис. Продолжается, кстати. Когда только начинался, а сейчас продолжается. То есть мы долго уже как-то едем. Он сейчас прям только в самом разгаре. Как только люди заражаются. Да блин! Военная сраная. Так, надо дворники не забывать использовать. Так, фура. Бум, хэдшот. Дворники. Так, мутант. F нажимаем. Вот, все, хорошо. Блин, сколько говна я на себя забрал, потому что я не видел этого. Потому что я не видел за этого мутанта, зомби. Его, кстати, задавить вообще нельзя. Его только с пистолета можно грохнуть. Видите вот этого, вот эту падлу? Короче, его надо вот так цеплять и стрелять с пистолета. Тыщ. И он падает. И мы дальше идем. Все очень просто. Ну, так просто. У вас могут патроны закончиться, и вам придется врезаться. Ну, не знаю, я не пробовал еще врезаться. Чтобы... Ладно, погнали. Тише. Так. Стекла у меня уже нет. Стекла нет. Быстро как-то у меня стекло убралось. Давай, уходи! Ты вообще сейчас не в тему. Самый разгар этого, как его, апокалипсиса. Я вообще не понимаю, откуда эти мутанты появились. Как они появились? Так, ладно, давайте уйдем от этих мутантов. А то у меня уже скоро патронов, кстати, не будет. У меня уже 3 патрона осталось. А патроны надо беречь, кстати, в этой игре. А, блин. Прокололся без шины. Идеально. Тыщ. Так, а теперь вертолет. Теперь нам надо... Так, чувиху эту убиваем. Теперь нам надо... Вот так, чтобы на вертолете... Фух, для этого я врезался в машину специально. Stop your car now. Почему я должен останавливать машину, когда мне надо отсюда убежать? Ладно, я это уже много раз говорил. Вы, наверное, слышали мою критику. Так. Да блин. Это, наверное, одна из самых запоминающихся игр про зомби-апокалипсис в моей жизни. Блин. Ой-ой. Так. Так, давай сюда теперь. Сюда. Что вы все так сретесь, блин? Подумаешь, вертолет за мужиком летит. Давай. Да все, меня... Я грохнулся. Все. Короче, мне надо как-то получше ехать. Так, все, поехали. Опа, видели, аж машина там пердит. На! Уже. Чистим. Так, вот так вот. Так. Тыщ. Хорошо. Вот так вот.
Успел повернуть. Да, успел. Слава богу. Бесит эти шипы. Да, да, да. Я знаю, что ты типа крутой, военный. Да пип! Вот так вот, хорошо. Наконец. А, я понял, люди слушают звонок и отходят. Я понял, для чего этот звонок. Я думал, нахрена он в зомби-апокалипсисе. А вот для чего. Для того, чтобы это... Людей оттуда. Давай, иди отсюда. Блин, даже я ради этого стекло разбил свое, которое мог еще... Которое могло еще жить. Всех сразу подобрал. И мужика, и зомби. Так, опа, как я так проехал идеально. Так, так. Сюда, сюда заворачиваем надо. А, мутант сраный. Я буду их мутантами называть. Я просто точно не знаю их имя, как их зовут. Ну ладно, зомби-мутант, короче. Зомби, который стал каким-то зомби. Ну, еще злее. Еще сильнее, я так сказал. Да ёшкин кот! Хорошо, что у меня шина еще не пробита. Так, я еще до сих пор на шипы не напоролся. Это уже какой-то рекорд Гиннесса, я так думаю. Опа! Едем. Бац! Бац! Вот такое, видите? Вот, вот так вот надо играть в эту игру. Вот так вот. I don't hear you. Я не остановлюсь. Да мутанты! Почему, когда самолет стреляет, и на мне мутант, почему он не может мутанта расстрелять-то, а? Ну, гениально, блин, логика игры. Ладно, эта игра старая, так что простим, все. Я сдох уже, все. Может, мне на что-то хватит? Так, да, мне хватит на... Давайте этот, как его, боди армор. Во, теперь у меня намного лучше щит. Мне надо срочно лучше боди армор. Поэтому я так и сделал, я его и прокачал. Так. Бочка с водой. Вот сюда, проедем, проедем. Нет, не проедем, я думал проедем, но... Нет, тут... Да, дай, уходи, мужик, уходи. Не видишь, что... Он думает, что движения на дороге нет, уже можно ходить, где попало. Но нет, я не такой. Так, дай, блин. Я вроде шину проколол, или нет? Даже если проколол, насрать. Так, погнали. Ой-ой. Легко, давай, уходи, уходи, уходи. Я ж вас пытаюсь защитить от них. Уходи. Так. Что этот зомби смотрит на меня-то, а? Так противно. На. Блин, он как... Футболист какой-то. Месси, Роналду. Я даже стекло разбил. А нет, стекло пока не разбил. А нет, меня уже разбили. Зато у меня боди-армор. Хорошо, хорошо. Я вообще видел в Ютубе, как этот чел прошел эту игру без прокачки и без убийств. Как он это сделал? До сих пор это у меня загадка какая-то. Уходите отсюда! Вот и вы тоже уходите. Еще вы как нелюди какие-то. Ну давай, уходи. Они как будто уже зараженные зомби с пушкой. Так, вот заци... Убиваем их. Так. Вот так вот. Я надеюсь, что мы сегодня пройдем-то эту игру. Она же такая прикольная. На. Я надеюсь, что мы пройдем. Сейчас, наверное, вертолет прилетит. Че, нет, не знаю. Да, прилетел.
Уже по этому дыму можно понять, что он прилетел. Так, давайте вот тогда... Блин. Тут эта тачка столкнулась с этой полицейской тачкой, и она мне мешает. Пипец, что меня военные убивают? Мы же там должны против зомби быть. Ладно. Да блин! Так, вот так. Тыщ! Вот так, вот так. И давай тыщ! Вот так, самолетик. Давай. Ой, вертолетик. Самолетик, господи, я уже все путаю на этой планете. Все. Как можно это? Так путать, не знаю. Это только у меня так получается, наверное. Все, проколол. Все, меня расстреляли. 32. Я, кстати, ни одного чувака не убил. Чего? Так, давай. Надо было этого застрелить. Так. Так, давайте. Space. Так. Что я могу прокачать? Так. Я уже... Мне, знаете, вот это осталось. Вот это и все. Все. У меня полностью тогда тачка будет прокачана. И все. Капец, я думал, уже 20 минут видео идет. Просто у меня за такое время уже, я не знаю, прогресс вообще нулевой. Ну, тут здесь тоже нулевой такой прогресс, но... Ладно. Я думал, честно, будет время побольше. А не 12. Так, давай. Дворники, 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 дворники. Хорошо, дворники. Хорошо, что дворники есть. От говна защищают. Хорошо, дворники, дворники. А, блин, прокололся. Чувака не задавил. Ну правильно, что он лезет под дорогу? Так, так, так. Ой-ой, я врезался. Это как Iron Today, но намного страшнее. Так. Уходите, пожалуйста. Уходите. 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 О, спасибо. Сейчас зомби задавлю. Так, дворники. Тыщ, блин, я подорвался чуть-чуть-то. Меня чуть зомби тут не схавал. Так. Чищем, чищем. Чистим. Так. Поворачиваем туда. Ну поворачивай, ну чё он так медленно поворачивает? Капец, какое у нас бронированное стекло. Так, вот так. Так. Охренеть. Военного просто на фарш пустил. Сэр, я сэр. Да уйди, девка. Я пытаюсь бежать отсюда. Сэр, я сэр. Ой, за мной уже вертолет вылетел. А, все, вот и треснуло мое стеклышко. Теперь я не в безопасности. И тогда был не в безопасности, а сейчас тем более. Знаете, когда стекла нет, страшновато. Но это уже прогресс. В то время у меня уже стекло было разбито. Ой-о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 й, как плохо! Тыщ! Так, давай.
Лен, я еще ни раз поэтому не ударил по этому вертолету. Так еще и мутант. Как с этим? Так, на. Чего не поворачивай-то? Устранить меня хотят, а? Крысы, крысеныши. Чего не радуются? Господи, я им даже уже бибикаю, а им пофиг. Давай, так, так, хорошечно, хорошечно. Фух. Представляешь, что у нас будет со второй частью? Если я, конечно, ее начну проходить. Да жесть какая-то будет, да. Вот так вот. Ну давай, ну едь же, ну что он стоит как инвалид вкопанный. Давай, 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 давай. Он реально стоит. Стоял. Почему? А чего он остановился? Я просто повернуть хотел, а он остановился. Это, видимо... А, все. Так. 4 километра, Ричард. Ричард, 4 километра. Мне на прокачку вообще не хватает. А, ну погнали. Чайна-таун еще раз. Еще раз. Я, наверное, с этого Чайна-тауна не уйду. Вы играли в течение 30 минут. Мы приостановим игру, чтобы вы могли отдохнуть глаза некоторое время. Закройте глаза и расслабьте веки. Второе, мягко массируйте глаза кончиками пальцев. Откройте глаза и поморгайте несколько раз. Посмотрите на что-то далекое. Вы можете возобновить игру через... Ну зачем мне это? Я это не хотел. Зачем? Господи, как это убрать? Оно меня бесит уже. Я хочу, блин, играть, а оно, блин, мешает. Никакого, блин, отдыха. Нам надо играть. Вот так вот. Ушла. Ушла, бабень. На. Да. Так. Так. Ну, вначале так, легко, легко, легко прям. Но, а вот уже в конце прям невозможно ехать с этого чала на тауну. Так. Наверное, самое сложное это Чайна Таун и Центро Сити. Вот это, наверное, самое сложное, потому что... Не знаю. Трудновато. Так. То на машины боишься напороться, потому что столько здесь брошенных машин, никто не уезжает. Просто никто. Почему, непонятно. Видимо, расстреляли их, понятно. Ну, наверное, их военные расстреляли, потому что они уже давно поехали. Так, 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 вот так вот. Наверное, зомби добрее, чем военные здесь. Не знаю, что в этой игре. Так, зомби. О, нет, мутант, мутант! А, я понял, когда я, пока я стреляю в того зомби, я не могу рулить. Вот так вот. Я понял. Дворники используем, дворники. Стекло мне уже, блин, разбили. Козлы. Хорошо, пока идем. Сейчас вертолет появится, 100%. Да, именно он и появился. Чего я жду? Сразу два военных стреляют. То из самолета, то с самолета. Вертолета.
Не, я так такими темпами сдохну. Скоро. Блин, прям реально сложно в эту игру играть. Это самая такая замудрённая флеш-игра, которую я видел в жизни. Так, вот так вот. Я даже в полицейскую машину врежусь, давай! А, нет, я только зря врезался. Давай, врезайся, врезайся! Я не знаю, что сделать, чтобы он врезался в эту сраную табличку. Я уже поворачиваю. Я все делаю, чтобы он врезался. Наконец-то! Наконец-то хоть один раз врезался. Почувствовал мою боль. Да, почувствовал мою боль. Почувствовал, как ты по мне палишь. Так я и по тебе, так я по тебе буду палить. Блин, военные так меня заколебали в этой игре. Ну, жесть какая-то. Все, отступайте. Все, это их последний шажочек. Да, он улепучивает. Слава богу. Так, я уж, слава богу, с вертолетом разобрался. Так. 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 Ну давай следующее, save it. Или мне еще надо 10 кругов ада пройти? Оу, оу май гад, оу май гад, ноу, плиз. Хорошо. Не дай бог кто-то по мне шмальнет. Не дай бог. Я такой буду злой. Самый злой Ваня. У меня будет уровень хард уже. Пожалуйста, не стреляйте по мне. Я хочу пройти эту игру. Пожалуйста, дайте следующее сейвет. Сейвет, давай, сейвет. Я так этого жду. Пожалуйста. Будет... очень плохо, если я вот так просто проиграю. Что? Еще один вертолет? Или мне показалось? Мне показалось или нет? Так, давай, стреляем. Еще, блин, вот эти, они ж меня сейчас грохнут. Они, вы издеваетесь? Это самая длинная флеш-игра, в которой я играл. В своей жизни. Пожалуйста, ну не просри. Давай. Не хочу умирать. Сейв, сейв. Save me, please! Sir! Что? Я сдох! Я до сих пор на Чайнатауне. Фух. Это жесть какая-то. Знаете, мне лучше бампер улучшить. Во, теперь у меня бампер какой-то монстр.